Хэм это хэт. Меня зовут Макс Вехов. Макс Вехов, желаю тебе успехов. Привет с Metal Forum Freestyle. Это играет мой ремикс Boy Напарт на кавер на Toy Напарт. Сингл Антипод. Вот получил посылочку от такого чувака Vivi. Vivi. Типа, я как гринкорщик говорю. О, вот так. Ну, шо, Vivi. Могу сказать, что галоши на вайте 180 гривен. Маловато что-то. А если бы что-то случилось? Ну, запаковано идеально. Могу сказать, сейчас мы будем делать надрез. Аутопсио в промайс. Точно, Гренкоин. Может, он фанат Гренкоина будет спросить. Сейчас посмотрим. Что там? О, еще и тут надо делать надрезик. Чик. Аккуратненько, я человек аккуратненький. Аккуратно, о, ну запаковано. Сейчас заглянем, как запаковано. Ну, коробочка очень компактна. Я как этот, как ревизор, можно сказать. Я ревизор Metal Forum of Roster. Никто так не делает, как я. Не снимает на видео то, что получает. О. О, на Никите, ух ты. Слэй, блин, да, золотой. У меня пантера была такая. From Beyond. О, классно, золотой диск. Ну, запаковано отлично все. Буклет тут вообще бомбовый, нифига себе. Так это ж целый плакат, можно сказать. А, ну да, это получается плакат. Ого. А, ну да, как пантера. Постер-плакат, что ли? Ого. Нифига себе, это мой любимый альбом. Season in the Abyss. Жесть. О. Прикольно. Классно, слушай. Отлично, наконец-то он у меня есть. Отлично, буклет в идеальном состоянии, диск также, коробка целая. О. Так, о. Так. Аккуратно делаем надрезики. А это, кстати, да, вот, кстати, кавер на Toy Напарт. Вот логотип моей команды Toy Напарт. Видите, в рамочке сделал. О! О, тема. Был у меня такой когда-то. Ну, что, все в идеальном состоянии. Что сказать? Буклет немножко потертый чуть-чуть. Да нет, не нормально, все отлично. Получается восьмистраничный буклет, что ли? Ну, сейчас опять Boy Напарт пойдет по кругу. Вот, кавер на Toy Напарт. Антипод тема. Ну да, как раз без бонусов всяких дурацких. Не люблю бонусы эти идиотские.
Чем мне нужны эти бонусы дурацкие? Так, есть. Вот. О, тема. Тоже фано, блин, это вообще тема. Союз, тема. Фано. А, фанаты. Боже, в идеальном состоянии все. Буклет сейчас глянем. О, Чак Шудинер. Ха-ха, ребенок вообще, сука, ему тут лето. Вообще пацан. Смешной такой. Лет 15, что ли? Ой, кто это? Такие страшные. Это самый первый, да вообще дети тут. Школьники, блин. Школьники, рубящие такой металл, а. Конечно, после учебы, промывания мозгов всякой херней, такую музыку играть только. О, ну это тема. Так, и мой самый-самый любимый. Вот оно. Был у меня такой, наверное, попродавал все, тоже балбеса. Кусок, блин. А, надо вот это проверить, да, кстати. Вот, вот тут нормально. Нормально все. О, отлично, молодец, чувак. Все сделал как надо, молодчага. Супер. Да, мой любимый альбом, блин. Тоже все идеально. Да. Все супер. Вроде, а что это такое, не пойму. Сейчас надо принести тряпочку. Идеально. Короче, порадовал меня. Перепокупаю все самое ценное. А не, есть тут какая-то царапина в начале диска. Непонятно. Ну, будем надеяться, что будет читать. Нет, царапина вроде не глубокая. Ну, чуть-чуть есть. Блин, вот вечно что-то, блин, не так. Ну, что это за маразм такой, а? Такая цена, блядь, и... Что и самая любимая. Ну, буклет чуть-чуть он умятина есть. Короче, блин. Посмотрим, что там и как. Коробки, блин. Ну, вот, вроде нормально все. Ну, вот, все пучком. Получается, вот. Четыре раритета. Ну что, завидуйте мне, чуваки. Учитесь. Желаю успехов всем и тебе, Макс Ехал. Пока-пока.
Покупайте диски у Vivi. Пока-пока. И у меня также покупайте.